Всем привет, друзья. Работа дом. Короче, я как папа Карлона с утра до вечера. А мне тут пишут в комментариях: ты давай показывай свой быт, займись хозяйством, ну, огородом. А некогда, вообще некогда. До зарплаты осталось 4 дня. У меня нет выходных. Потому что буквально несколько дней назад я потерял последние деньги. 4000 оставлял, взял с собой. И по дороге потерял, и вообще без денег сидел. И начальник. 2 дня назад 1000 занял. Не занял, а аванс. А вчера... Вчера 1000 аванс взял. 3 дня назад 1000 взял. Деньги я где-то неделю назад потерял. А сегодня у нас... Сегодня пилим брус. Вот время... Сколько время это? 12:30. Сегодня мы неплохо уже 2 куба напилили. 2,5, наверное. Ну, отборный лес, потому что вот такой срочный у нас заказ, про который я говорил. Поэтому быт не получится снимать. Ну, домашние дела. У меня там на компьютере видео-то накопилось куча уже. Я никак не могу монтировать. Прихожу, поел. И все, время нету. Покажу обстановочку такую. А что я в шапке-то? Вчера погода была холодная, мне ухо надуло. О. Ухо надуло. У меня вообще оно больное, по жизни больное. А там вон пацаны вагон перегружают. Его отправили уже, когда вчера отправили. Ну все, загруженные отправили. Вон там у нас весы стоят, я их как-то показывал. Не прошел по весу, перегруз. Вот они убирают доску. И все. Вот она, ленточка наша вторая. Что-то рамчик попилил немного. А, ролик у него опять заклинил. Опять она у него гудеть стала. Вот такие делишки. Ну вот сейчас я до первого доработаю. Возьму 2-3 дня отгула. Горбыль допилю. А, забор подчиню. И чё? Наверное, картошку рано копать, да? Кучина, я ее 3 числа посадил, 3 июня. Так подкопаю на супчик, посмотрю, что там выросло. Ну все, сейчас видео просто так загружу. О чем? Даже без обработки, потому что времени не будет. Вот нам еще надо бруса вот этого. Еще 4 куба примерно напилить. За сегодня. И все. Поэтому часов до 7 точно тут буду. А вчера пилили вот этот, вот эти вот нахуй. Блин, крутили их, вертели нафиг. У меня и так спина больная. Потом начальник приходит. Ну, самый главный. Он не знал, что мы тут пилим. Это. Давайте, говорит, убирайте. Это на экспорт пойдет. Ну, а нам хорошо. 22 взяли. Дровно на 22. Они как раз 150 на 150 выходят. Редко не выходят. Ну, гнутые, которые. Дровно. Ну, вот такие делишки. Вот такие делишки у меня. Работа, дом.